Химки вошли в десятку лучших муниципалитетов Подмосковья по предпринимательскому климату. Исследования провели по трем критериям – концентрация бизнеса, развитие стартапов, объем муниципальной поддержки. Рейтинг составляют уже больше 3 лет по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На территории городского округа Химки сейчас больше 13 тысяч предприятий. Это малый и средний бизнес. Число тех, кто занимается своим делом, постоянно растет. Наибольший рост среди предприятий наблюдают в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, бытовые услуги, услуги транспорта и связи. Сегодня администрация Химок реализует целый ряд программ, направленных на помощь и развитие бизнеса. Так, в городском округе разработали инновационный проект по созданию единого центра поддержки предпринимательства. Регулярно в округе проходят круглые столы по теме поддержки малого и среднего бизнеса.